Досрочное голосование по выборам мэра и депутатов Объединенного городского округа начнется 15 апреля. В понедельник участковые комиссии получили бюллетени. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно с 16 до 20 часов по будням и с 10 до 14 часов в выходные. Те избиратели, которые по уважительным, подчеркиваю, по уважительным причинам не смогут прийти в день голосования на избирательный участок, смогут проголосовать досрочно. Они там напишут заявление, укажут причину досрочного голосования. И участковая комиссия принимает решение, является причиной уважительной. Значит, избиратель такой допускается к досрочному голосованию на основании паспорта. Обязательно нужно иметь с собой. Оба бюллетеня запечатают в конверт и вскроют лишь 26 апреля в присутствии всех членов избирательной комиссии.